Здравствуйте, ребят! Сегодня речь у нас пойдет снова о немецких монстрах немецкой команды Creator, основанной в 1982 году в Эссене. Название команды происходит от латинского «create» — «создавать», «творец», а также от имени демона в древненемецкой мифологии. Однако существует и иная трактовка этого названия. «Creature» с немецкого языка переводится как «тварь» или «создание». А вот со слов самого Милли Петроце. Выбор этого названия команда обязана демону из древнегерманской мифологии «Креатору», изображение которого нередко появляется на обложках релизов команды. Ну, помните такого ушастого, хвостатого, с вечно недовольной гримасой. А мы про ушастых и хвостатых поговорим после очередного выпуска нашей рубрики «На засыпку». Итак, в прошлый раз, ребят, задал я вам вопрос, кто из известных вокалистов рок-команд выступил на инаугурации нового президента США Дональда Трампа. И были такие варианты ответов. Вариант А – Билли Милана, вариант Б – Винс Нил, вариант В – Скотт Йен, вариант Г – Том Арая, вариант Д – Тимати. Насчет последнего варианта я сам лично усомнился сразу же, как только увидел. А вот вариант Б – Винс Нил, к удивлению, и является именно той персоной, которая участвовала на инаугурации президента Дональда Трампа. Именно Винс Нил. Любопытно. Дональд Трамп сам его позвал или кто посоветовал ему? А еще забавнее, какую песню он там сыграл. Неужели «Girls, Girls, Girls»? А может «Kickstart My Heart» был бы весьма удачный выбор. Как помните, эту песню он пел после своих героиновых видений. Ладно, всему свое время. Как говорится, поживем, увидим. Сегодняшний наш вопрос подтвердит или опровергнет ваши познания с творчества Оззи Осборна. Итак, его знаменитая песня «Blood Bed in Paradise» – «Кровавая баня в раю» с альбома «No Rest for the Wicked» – «Нет покоя для нечестивых» 1988 года, рассказывает о злодеяниях маньяка и серийного убийцы. Кого? Вариант А – Чикатило. Вариант Б – Чарльза Мэнсона. Вариант С – Дональд Харви. Вариант Д. Сергея Ткач. Вариант Е. Японского людоеда Исей Сагава. Дам намек. Рыться надо, опять же, в какой-нибудь древненемецкой мифологии. А мы переносимся в начало 80-х годов, когда, в общем-то, еще и креатора-то не было, как группы таковой. Трое школьных друзей. Миланд Милли Петроца, Роберто Роб Фиорити и Юрген Вентер Райль решили собраться вместе, чтобы играть полюбившуюся тогда всем троим музыку. Нет, ребята, не трэш. Хард-рок. А также что-нибудь из раннего творчества Веном. Петроцци играл на гитаре, Фиоретти на бас-гитаре, а Райль на барабанах. А вот результатом данных встреч стало то, что ребята всерьез решили попробовать создать небольшую музыкальную команду. Целый год начинающий коллектив был занят поисками дополнительных музыкантов и выбором названия. Одним из самых вероятных вариантов могло быть Metal Militia. Чуть позже им это надоело, и они переименовались в Tyrant. Где-то в 83-м году они решили, что основным вокалистом команды станет Юрген Райль. Оставшись втроем, музыканты выбрали окончательное название Tormenta, под которым выпустили две демозаписи Blitzkrieg и End of the World. Однако позже начали переименовываться в Tyrant и наконец-таки в Creator. Официально же команда начала свое существование в 82-м году, играя классический трэш. Играли-играли до упомрачения, пока последние не заинтересовались западно-берлинская студия Noise, с которой в 85-м году и был подписан контракт. К этому моменту команда под именем Tormenta уже существовала, поэтому было решено сменить название на Creator, которое к тому же показалось музыкантам более оригинальным. Уже вскоре, в том же году, группа выпустила свой дебютный альбом «Endless Pain» – «Бесконечная боль»,
который был записан буквально за 10 дней. На альбоме Эмили Петроца был не единственным вокалистом. Песни 1, 3, 5, 7 и 9 исполнил барабанщик Вента. Гитарист же спел 2, 4, 6, 8 и 10 песни соответственно. Но именно этот альбом стал первым широко известным трэшевым альбомом, который был выпущен в ФРГ. Композиция «Flag of Hate» стала первым хитом Креэта, и уже через несколько месяцев команда впервые попала в телеэфир. Мы для начала ознакомим вас с композицией «Impossible to Cure» – «Невозможно вылечить». Как понимаете, очень оптимистичная песня. Для вас звучала заводная плясовая композиция «Невозможно вылечиться». Теперь твоя жизнь обрела смысл, поется в данной песне. Ты должен кому-то подчиняться, твои друзья, да ну их. Главное, что невозможно вылечиться. Вы так думаете? Да, это точно. Открой свои глаза, и ты поймешь, невозможно вылечиться. Как я и обещал, песня излучает оптимизм. На альбоме «Endless Pain» музыканты не стали заморачиваться со всякими там интро, аутро и прочими клавишами, а просто зарядили с первых секунд кристально чистый трэш со всеми атрибутами, присущими экстремальной музыке середины 80-х годов, безудержной яростью, сверхзвуковыми скоростями гитарных запилов и ударных, словно сорвавшимся с цепи голосом вокалиста Эмили Петроца. Разве что последний трек начинается чуть медленнее остальных. Прям баллада. «Бесконечная боль» — это один из примеров музыкального альбома, причем без всяких там заметных слабых сторон. Это неудивительно, если речь идет о бандах с именем вроде теперешних Cannibal Corpse или Slayer, которые с года в год выпускают одинаково качественную продукцию. Вскоре после выхода альбома креаторы отправились в небольшой тур в его поддержку. Специально для этого тура на роль гитариста команды был приглашен участник их коллег по цеху группы Sodom Михаэль Вульф. Всего было отыграно около 5 концертов. Любопытно, что я впервые услышал Креэтор, записав их в студии на катушку. Да, ту самую катушку, которую
заряжают бобинный магнитофон. Раньше-то были проблемы с пленками, поэтому попросил я записать их творчество на скорости 9. Кто в теме, знает, что бобина, да еще на 9 скорости, это как сейчас флешка, можно музыки записать, видимо-невидимо. Правда, качество не ахти. Так вот, какой-то умник догадался записать все альбомы 80-х годов Creator на 9 скорости, да еще в перемешку с командой Rage. Но я-то в музыкальном плане, конечно, не был подкован, поэтому сижу и рассуждаю. Это ж надо, какая разнообразная музыка-то у ребят. Да еще голосами разными поют-то. Спустя пару лет услышал я Rage, и тут до меня дошло. Вот такой вот метал-сборничек мне записали. А Creator, к слову, мне очень понравился. Они показали невероятную слаженность, присущую, как правило, лишь коллективам с более чем 10-летним опытом, никаких лишних нот, движений, обрывов. Почти все песни строятся по одной схеме – гитарная барабанная долбежка, которая сопровождается выкрикиванием куплетов и припевов, потом идет небольшое замедление и начинается писклявое скоростное гитарное соло. А мы слушаем еще одну душещипательную композицию – Blind Faith – «Слепая вера». Римская империя преследовала христиан здесь. Сильное желание ликвидировать новых сектантов. Они охотятся на тех, кто молится. Арена готова. Толпа в ожидании зрелища. Они думают, что они не одиноки. Но Бог всегда с тобой. Так молись же, чтоб Бог послал тебе чудо. Верь в видение вашего мозга. Как мы начинаем садистские игры, ты потеряешь свое чудо. Это и есть слепая вера. Вот такое понятие слепой веры приводит ребятишки в одной из своих великих песен. И мы, конечно, слушаем Blind Faith.
Второй альбом Петроцци и компания под названием Pleasure to Kill не заставил себя долго ждать и вышел уже в 1986 году. Альбом огромной и свирепой волной смел все сомнения. Такого злющего и мощнейшего трэша раньше и не слыхивал никто. Открывает альбом красивейшее гитарное интро Chair of the Damned, которое поначалу настраивает на такой же спокойный и мелодичный характер всего альбома. Куда там? Следующий боевик Ripping Corpse не оставляет и камня на камне от подобных пацифических настроений. Романтика закончилась, начинается германский трэш в исполнении Creator. Далее идет яростный шквал и не прекращается до самого победного конца. От песни Dead is your savior до Angel of the Guillotine. Никаких проходных песен, никаких медляков, это почерк Creator. Очень плотный и мощный звук гитар, вперемешку с бешеными ударными, создают ощущение полной какофонии для непривыкшего уха, для неокрепшей к трэшу психики, но это только на первый взгляд. Вокал Милли Петроцци не менее яростен и напорист. Тематика альбома – это в основном ужастики. И социальный протест, выраженный посредством тех же самых ужастиков. Море крови, трупов, бродящих мертвецов, садистов, войска тьмы. Короче, прятаться бесполезно. Спасения нет. Скорость музыки просто, ну, очень высокая. Никакой особой изобретательности в композициях нет. Барабаны, знай себе, выбивают свой ритм с огромной скоростью. От них не отстают гитары и вокал. Вокал тоже все тот же, что и был. Быстрое такое выплевывание слов, разве что агрессия заметно прибавилась. Соло гитарные стали поинтереснее и еще быстрее. Майкл Вульф пробыл в составе Creator всего несколько дней и вовсе не принимал участия в записи их следующего альбома Pleasure to Kill, несмотря на то, что именно он был упомянут в буклете. На самом же деле новым гитаристом команды стал некий Джордж Трис, работу которого можно услышать на этой и нескольких следующих записях. Продюсером альбома стал особо известный в узких кругах Харрис Джонс, уже успевший достаточно успешно поработать с такими монстрами, как Хэллоуин, Содом, Дэтроу, Танкард и другие. В конце этого же года на том же лейбле Noise Records вышел мини-альбом Creator Flag to Hate, содержащий два полностью новых трека, а также новую версию песни Flag to Hate, которая впервые появилась еще на их дебютном альбоме Endless Pain. Далее все пошло как по маслу. Следующий альбом, Tribal Certainly 87 года, был самым многообещающим альбомом у Creator и самым долгожданным, причем всей богемы поп-музыки. А если не верите, вот вам песня. Storming with Menace, штурм с угрозой. Черное облако висит над вашим существованием. Все ваши мысли, мрачные и серые, конец сострадания лежит на расстоянии. Ваше будущее — только ложь и разочарование. Ну а далее можем так вот, знаете, нараспев. О-о-о, штурм с угрозой, ложь, ненависть и разочарование. О-о-о, штурм с угрозой, ненависть растет во мне. Вот такие вот слова этой песни. Я же говорил, что стихи обольстительные. We'll be right back.
Вы слушали композицию «Штурм с угрозой» с альбома 1987 года «Creator». Последний трек с этого альбома «Behind the Mirror» стал новым хитом команды, а снятый ими видеоклип на композицию «Toxic Trace» попал в ротацию на телеканале MTV. Мы, кстати, доберемся до этой песни, бог свидетель. Все это благоприятно сказалось на показателях продаж альбома, а также на посещаемости концертов. Потраченные мили сотоварищи часы за репетициями дали свои плоды, так как уровень игры на инструментах Creator значительно вырос по сравнению с предыдущим альбомом. Начиная с этого альбома, немцы в своей музыке обрели то, что в них всегда нравилось многим, а именно четкий ритм, жесткие достаточно сложные гитарные рифы, вменяемые соло, а также холодный и беспощадный, как скальпель хирурга, настрой. В своих текстах Петроца касается проблем загрязнения окружающей среды, безумия и внутренних демонов, а также преследование первых христиан в Римской империи. Очень запоминаемая вещичка «Terrible Certainly». Она запоминается припевом, а начинается легким стучанием барабанов. Затем начинает бормотать бас-гитара, чуть позже подключаются остальные гитары, по композиции постепенно разгоняется и выливается в отличный мощный боевик. Итак, этот альбом, что можно перевести как кошмарный факт, разошелся внушительным тиражом более 100 тысяч экземпляров. А собранные с концертов деньги позволили команде оплатить студийное время во время записи еще одного мини-альбома «Out of the Dark into the Light», что можно перевести как «С темноты на божий цвет», который вышел в свет в августе 1988 года и помимо одного нового трека и кавера на песню британской команды «Raven», содержит три трека, записанных во время выступления команды на фестивале «Dynamo Open Air Festival» в городе Эйндховен. Популярность музыкантов продолжала расти. Команда отправилась с гастролями по Соединенным Штатам, а также выступала в Канаде вместе с Voivod. Вот после этого концерта ребятишки собрали немножко бабла, и Noise Records подписал лицензионное соглашение, согласно которому более крупный лейбл Epic Records получал права на издание и распространение записи Creator на территории Соединенных Штатов и Японии. И профинансировать выпуск этого миньона, про который я уже упомянул, Out of the Dark into the Light. Это единственный живой SD-креатор,
И тот с двумя студийными треками, кстати, весьма очень крутыми, один из которых мы сейчас и послушаем. Интересно познавательно послушать их на концерте, там именно все звучит так, как должно быть на живом выступлении того времени. Давайте послушаем в исполнении Creator кавер-версию на Raven, песня Lambs to the Slaughter, Ягнят на заклание. Маркированные и нумерованные перспективы плачевны. Наступило время, чтобы бороться. Да, наступило время, чтобы атаковать, поется в этой песне. После второго турне по ФРГ Creator стали пользоваться популярностью в Англии, куда вскоре отправились с гастролями. Команда выступала в клубах и получила отличные рецензии в музыкальной прессе. Дебютным альбомом для этого лейбла стал следующий полноформатный альбом Creator Extreme Aggression – «Экстремальная агрессия», который был записан в Лос-Анджелесе профессиональной студией Music Grinder. На этот раз продюсером альбома стал Рэнди Бёрнс, помимо прочих, работавший ранее с американской трэш-метал-легендой Megadeth. Extreme Aggression вышел в свет в июне 1989 года. И именно это событие стало переломным моментом в истории команды, так как именно этот альбом принес им мировую известность. Creator также отправились в Грецию, где на руинах Акрополя сняли новый видеоклип на композицию Betrayer. Как и следовало ожидать, этот клип стал настоящим хитом в ТВ-программе,
Headbangers Bells на канале MTV. После выхода Extreme Aggression креаторы отправились в большой тур по Европе с группой Raven, после окончания которого их покинул гитарист Джордж Триз. Его заменой стал Frank Brinkfire, Godzik из Sodom, с которым креаторы отправились в совместной группой Suicidal Tendencies тур по Северной Америке. В этом же году немецкий режиссер Томас Шатт снял документальный фильм о команде Creator под названием Trash Altensen. Это название относится к пригороду родного города Creator, а вот сам фильм повествует о социальных аспектах хэви-метал-сцены того региона. Далее ребята с новым гитаристом Creator поехали с гастролями в США. Теперь о самом альбоме Extreme Aggression. Техника выросла на нем в разы, песни стали более разнообразными и интересными, при этом сохранили драйв, мощность и агрессивность. Теперь нету неудачных вокальных партий, а именно когда вокал плохо ложится на музыку и звучит вообще как нечто инородное на песне, как это было на ранних альбомах. Также к концу почти каждой песни меняется ритм музыки и пения, а также имеются неплохие соло. Альбом открывается мощной и высокоскоростной Extreme Aggression. Начинается она среднетемпово, но после крика «Милли» срывается бескомпромиссная рубилова, а в конце есть небезынтересное соло и гитарные проигрыши. Милли поет просто в лучших традициях, выплевывая огромное количество слов за очень малые промежутки времени. Затем ритм несколько раз меняется, меняется и манера пения. Начинается же опять нагнетающий среднетемповый гитарной игрой, барабанным выстукиванием и, что удивительно, речитивом. Короче, альбом, ребята, отличный, в котором абсолютно нет слабых вещей. Он сверху донизу набит первоклассными трэш-боевиками. Ну как, я вас заинтересовал? Тогда будем слушать Extreme Aggression. Можно перевести также «экстремальное воздействие», а поется вот что. Видя, как вы страдаете, это приносит мне удовольствие. Экстремальное воздействие. Моя агрессия стала слишком экстремальным, чтобы быть под контролем.
Звук на данном альбоме очень соответствующий. Гитары выстроены как положено, ударные стучат как надо. Ударные лупят очень быстро, и на их фоне гитары выписывают достаточно сложный и интересный ритмический рисунок. Особо хочется отметить дядю Милли. По истеричности его вокал занимает первое место в стиле трэш. В целом альбом довольно-таки развеселый. В начале 90-го года Creators сыграли теперь уже на легендарном трэш-метал-фестивале в Восточном Берлине вместе со своими соседями по лейблу, командами Tankard, Coroner и Sabbath. Сам фестиваль был посвящен сносу Берлинской стены, и на нем присутствовало свыше 6 тысяч зрителей. Выступление Creator было запечатлено на пленку. И в том же году вышло на лейбле Noise Records, тем самым став первым видеорелизом команды. Видео Live in East Berlin в 2008 году также было переиздано, но уже на DVD, а его аудиодорожка вышла на CD в формате лайв-альбома. Следующий альбом команды Coma of Souls, Coma Душ, была начата в одной из студий Западного Берлина. Однако свой окончательный вид он приобрел в нескольких студиях пригорода Лос-Анджелеса. Альбом вышел в ноябре 90-го года и в очередной раз закрепил за Creator репутацию одной из ведущих команд в жанре трэш-метал. Наиболее популярной вещью является на альбоме When the Sun Burns Red, мы ее, кстати, и послушаем. Также она была издана в виде отдельного сингла. Creator отправились в очередной тур по США со своими соотечественниками, командой Morgoth, после чего взяли короткий отдых, во время которого Милли Петроса принял участие в записи альбома своих немецких коллег команды Protector. Для многих Coma of Souls и по сей день считается эталоном стопроцентного креатора. Ну а потом был мировой трэшевый кризис, ничто не вечно в нашем мире бушующем. Одни команды-агрессоры ломались, сдавались и уходили со сцены, другие мутировали, менялись. Не без исключения, конечно, и Creator, которые выбрали второй путь, который не только помог команде не сойти с дистанции в непростые 90-е, но и распространить свое господство на новые территории и всевозможные музыкальные рубежи. Кстати, про альбом Coma of Souls. Фрэнк Годжи полностью оправдал возлагавшиеся на него надежды. Его гитара органично вписалась в единый инструментальный ансамбль, вокально-инструментальный, кстати, а техничные и гармоничные соло-партии отлично контрастировали с брутальными соло Милли. Creator остались верны своему стилю, подтвердив репутацию одной из ведущих трэш-команд. На песню People of the Lie был снят клип. Также было выпущено видео Hallucinative Comas, галлюционирующие комы, которая содержала в себе часть видеоклипов с альбома Coma of Souls, а параллельно показана история доктора Вагнера, который исследовал насилие как искусство, в итоге сойдя с ума и начав убивать женщин в качестве жертвоприношения. Плюс к этому данный факт содержал интервью с музыкантами. Ну что тут добавить, как говорится, лучше один раз услышать. Итак, мы слушаем When the Sun Burns Red, когда солнце жжет, а мы слушаем, как отжигают Creator. Thank you.
Надеюсь, ребят, вам очень понравилась данная композиция. Альбом очень техничный, Come of Soul. Гитарная работа хороша, интересные переходы и проигрыши, отличные соло. Все к месту и в тему. Звучит просто великолепно. Отдельно следует отметить работу барабанщика. Вентер просто превзошел сам себя. Любопытно, перед самым концертом Милли пропевает последний куплет, который, как и во многих песнях команды, другой по ритму, музыке, длине, но при этом самый эффектный. Отличная композиция. Заглавная вещь Come of Souls без всяких предисловий срывается в ураганный трэш. Построение песни схожее с предыдущей, но здесь нет явного припева, в конце имеется красивое скоростное соло. Этот альбом вобрал в себя все самое лучшее со всех предыдущих альбомов Creator. Ярость, скорость, агрессия, истеричный вокал Милли, но при этом отличная техника владения инструментами, достаточно сложные композиции песен и даже мелодичность. Это просто образец грамотного слияния скорости, техники и мелодики в трэше. Каждая деталь выверена до мелочей. Слабых вещей просто нет. Как бы сказал Басков, каждая мелодия – хит, каждый текст песни – смысл, каждый риф – агрессия и драйв. Я вас люблю! Запись и сведение – уровень того времени, но слышно каждый инструмент и текст песни, хотя и немножко глуховато. Оформление – с известной разделанной головой демона на обложке. Настоящий металлический альбом, быстрый, мелодичный, злой и агрессивный, но в то же время интеллектуальный и гармоничный, умный и запоминающийся. Алмаз, шедевр, просто хороший альбом. Муа, конфетка. Так, стоп, что-то я разошелся. Начнем с 90-х годов, которые знаменовались спадом популярности традиционного трэш-метал. Вслед за командами типа Metallica и Anthrax, которые изменили свое звучание на более коммерческое, Creator начали свои эксперименты с музыкой, добавив в свой фирменный саунд заметные элементы death metal и industrial. Ой, ядреная смесь, чувствую. Первым результатом этих экспериментов стал альбом Renewal. И вышло ее творение в свет в октябре 92 года, вскоре после окончания масштабного тура Creator по Южной Америке. Новое звучание Creator привело в замешательство большинство из старых поклонников, что негативно сказалось как на продажах альбома, так и на посещаемости концертов, проведенных его поддержку. Не особо помог делу даже видеоклип, который был снят на данную песню, которую команда сняла в одной из пустынь Израиля. Мировое турне, которое последовало после выхода альбома, впервые привело Creator в Россию, а после измывающих поездок по Южной Америке и Австралии команда фактически стала разваливаться на части. Первым коллектив покинул один из его основателей, басист Роберто Фиоретти. Свой уход он мотивировал тем, что хочет больше времени проводить со своей семьей. Его заменой стал басист Андреас Герц, а впоследствии так и не сыгравший ни на одном из альбомов Creator. Кто-то считал, что команда предала чистоту жанра. Кто-то наоборот доказывал, что команда повзрослела и наконец-таки пришла к своей собственной неповторимой стилистике звучания. Ах, ребят, трудно сказать. Лучше послушать. Что-нибудь старенькое. Например, Riot of Violence. Буйство насилия.
В 1994 году команду покинул барабанщик Вентер, тем самым сделав Милли Петроза у последним из оригинальных участников Creator. Новым барабанщиком команды стал Джоуи Канджелоззи. В песнях теперь были использованы клавишные, а Милли Петроза сменил стиль пения, попробовав более чистый вокал. Этот альбом вызвал много критики и раскол в рядах фанатов. Одни обвиняли команду в отходе от трэшевой бескомпромиссной стилистики, другие, наоборот, вполне устраивало новое, слегка экспериментальное звучание Creator. Гитары были пропитаны нетипичным образом для команды. Вместе с новой манерой пения Милли название альбома полностью себя оправдало. Стоит отметить и соло-партии обоих гитаристов. Даже несколько хаотичные соло Милли преобразились. А в заключительной композиции Depression Undressed Милли превзошел сам себя по мелодичности в соло-партии. Ну а Фрэнк сыграл просто фантастическое по красоте и атмосфере соло в концовке композиции. Несмотря на всю критику, альбом является одним из лучших в истории команды, который сильно расширил аудиторию поклонников коллектива. Индустриальный инструментальный трек «Reality Control» был написан под влиянием романа Джорджа Оруэлла в 1984 году, а в «Керменик Уилл» использован отрывок звука телеэфира, запечатлевшего прилюдное самоубийство на собственной пресс-конференции американского политика Роберта Дуайера. Интересно также то, что композиции преимущественно немедленные. Итак, альбом, который получил исключительно емкое и точное название «Обновление», стал для команды подлинным дуновением свежего ветра и одновременно единственным в своем роде релизом в ее дискографии, на котором модный в ту пору индастриал скрещен с трэшем и весьма умеренным, ни разу не зашкаливают пропорции, и получившийся в результате самобытный музыкальный коктейль, изрядно приправленный депрессивно-меланхоличными нотками, около психоделического разлива по типу тогдашних Воевод, поражает совершенством мелодии, отточенностью подачи и в то же время той редко кому доступной особенностью альбома. Частые смены темпа, наличие медленных фрагментов и многообразие ритмичных рисунков и переходов. Претерпела изменения и лирика. Как же без нее-то, а? Ставшая гораздо более социально ориентированной и привязанной не столько к каким-то абстрактно отвлеченным мифологическим композициям, столько к текущим реалиям. После релиза музыканты отправились в мировой тур, в
ходе которого впервые приехали в Россию, отыграв концерты в Москве ДК Горбунова в рамках фестиваля «Железный марш» под патронажем Сергея Паука-Троицкого, заигрывающего с нацизмом. Музыканты «Креатор» долго смотрели на него и были сконфужены, и далее были вынуждены в интервью открещиваться от принадлежности к правому крылу, а также к «Единой России». Все это было забавно, потому что всегда было известно об антифашистской направленности «Креатор», а мы слушаем композицию «Betrayer». Она начинается в духе первых двух работ, бешеной однообразной игрой на инструментах и безумно скоростном пением Мили, плюс к этому припев из одного слова, но к середине песня опять меняется, со смены ритма появляются интересные гитарные проигрыши. Вот их-то сейчас мы и заслушаем. Итак, Дерц пробыл в команде всего 2 года и не участвовал ни в одном официальном релизе команды. В 1994 году его заменил Кристиан Спиди Гизлер, который по сей день является басистом Креатор.
Первым релизом на новом лейбле немецкая компания Gun Records стал альбом Cause of Conflict. По-русски это можно перевести как «Причина конфликта». Вышел он в августе 1995 года. Песни Lost, а также Isolation сопровождались видеоклипами Creator. Они попытались вернуться к своему старому стилю, однако альбом вновь получился отчасти экспериментальным. Теперь музыку коллектива можно было отнести к жанру техно-трэша. Кроме того, Петроца продолжал эксперименты с вокалом. А мы знаем, что эксперименты, и тем более с вокалом, ни к чему хорошему привести не могут. Итак, на этом альбоме упор был сделан на технику игры музыкантов, в частности нового барабанщика, который продемонстрировал очень высокий профессиональный уровень. Однако уже к концу года Джо Кенгалоси ушел из команды, а на его место вернулся Вентер. Многим поклонникам, в основном более взрослым, было это крайне разочарованием, поскольку команда не продолжила эксперименты, начатые в Renewal, и практически отвернулись от группы. Сам Милли Петроца признавался в интервью, что получал после выхода данного альбома много писем от юных любителей острых металлических ощущений с просьбами и мольбами вернуться к старому доброму трэшу. Этот полноформатник стал самым новаторским за всю историю Creator. В музыке стало заметным влияние таких команд, как Pantera и Machine Head. Но если сравнивать с предыдущим релизом, само звучание альбома стало более жестким. Как написал журнал Kerrang, этот альбом – это очередная смена курса. Группа вновь возвращается к чистому трэшу, оставив практически все индустриальные фишки за бортом. Однако это не тот трэш, что мы слышали на ранних работах команды. Ставка теперь делается не на скорость, а на техничность исполнения. В этом плане очень радует ритм-секция. Хорошо слышен дребезжащий бас. Барабанные партии очень интересны, разнообразны, техничны. На фоне этого гитары звучат несколько однообразно, что безусловно огорчает. К тому же гитарных соло, как и на предыдущем альбоме, мало, а те, которые есть, не особо выразительны. Что касается вокальных партий, то тут тоже не все так гладко. Поет Милли агрессивно, надрывно, хоть и не так истерично, как раньше, но со звучанием все хорошо. Проблема заключается в скорости исполнения. Песни со средним темпом, имеется в виду пение, не слишком выразительны и интересны. А вот когда Милли начинает выдавать большую скорость, все становится на свои места и получаются мощные боевики. Ну, как говорится, Creator рулит. Ну а мы, ребят, прервемся до будущей недели. Оставлю же я вас с композицией Tribal Curtainty. После ее прослушивания я обязательно расскажу, что повествуется в данной песне. We'll be right back.
Для вас звучала композиция «Страшная определенность» с одноименного альбома 1987 года. «Ты медленно умираешь», поется в ней, «от этой заразной болезни». Представь, как только ты стал инфицированным, нет надежды на излечение, твои мысли уже пусты и безнадежны, ничего не осталось для вас сейчас. Хотя не, о, молитва, молитва – это все, что ты сможешь сделать. Чума тебя парализует. Ты бьешься в смертельных конвульсиях, а чума приближается к тебе. И только Бог знает, что потребуется, чтобы спасти тебя от чумы. Про убийство и болезни мы уже слышали много песен в нашем эфире. А вот про чуму, о, вот это что-то новенькое. А сейчас наступает тот миг, когда я должен торжественно объявить. Ребята, новый выпуск нашей программы «Угадайка». Начну, пожалуй, выпуск с письма. Не рановато, спросите вы? Самые, как говорится, девки раз. И вот такое письмо. Кстати, о девках. Пишет Андрея Слоу из города Томска. Пишет нам вот что. Дорогая редакция, теперь-то я понимаю, почему никто не угадывает все это ваши композиции. Объясняю. От предыдущего вашего выпуска проходит ровно неделя. И я уже, к сожалению, сама забываю то, что бывает у вас в прошлом выпуске. Так что, пожалуйста, ставьте хотя бы напоминалочку какую-нибудь. Ну хорошо, Андреа Слоу, учтем-с. И вот вам напоминалочка прошлой программы, именно фрагмент той композиции, которая у нас звучала и которую вам необходимо было угадать. Напомню. Кто не знает, скажу. Звучала композиция Thor – The Power Head с альбома Sagan of Hammer команды Manowar. Увы, увы, увы. Не угадали опять вы. А я тут покопался в своих загашничках и нашел интересную пластиночку. Я как-то пытался осчастливить этой пластинкой, но, к сожалению, никто не угадал, как-то все это забылось. Кстати, с этой пластинкой связана целая история. А, что за пластинка-то, спросите вы? Это группа Круиз. Крутится волчок. Итак, история была такая. Как вы помните, в начале 90-х годов полочки в магазинах пустели. Ни мыла, ни сахара, не говоря уже о деликатесах. Размели все подчистую в магазинах. Но именно эта пластинка осталась единственную, которую не хотели покупать. Это, конечно же, мини-альбом «Крутится волчок» группы Круиз. Вот ее-то и получит счастливчик, который угадает то, что сейчас будет звучать. Кстати, правильно угадавший должен отправить письмо. Не забудьте, на адрес электронной почты rockobstrel@yandex.ru. Начали. А мы в очередном выпуске по вашим письмам, как говорится, почитаем их. Итак, Ольга Тучкова посвящает письмо своему молодому человеку. Ольга Тучкова живет в городе Барнаул, познакомилась недавно с Андрюшей и посвящает ему стихи, любопытные стихи. «Грязно в доме, много пыли, магнитофон выключить забыли, а с мафона прет металл. А ты мне... Тимати, тьфу, стыд и срам.
разбери свои завалы, чтобы Божий свет в свой дом впустить. А чтобы жить начать сначала, надобно крейтер мне включить. В чистом доме воздух свежий, в сердце праздник и весна. Ты свою Нюшу ставь пореже, как в былые времена. И вынеси помойное ведро, а то получишь ты... Опечатка. Ну и что, что нет погоды, вынеси свои отходы. И не надо тут кричать. Иди, креатор поскорей включать. Да, Андрюш, не завидую тебе я, не завидую. Ну что ж, ваше желание закон. Итак, креатор, какую ж песню поставим? А, поставим вам песню «Токсичные отходы». Как раз ваша семейная песня. А я, ребят, прощаюсь с вами до будущей недели. Следующая программа у нас будет посвящена, опять же, команде «Креатор». А я желаю вам всего самого хорошего, добрых и путяных мыслей, не стареть душой, ну, что там греха таить, всего самого хорошего. Пока, ребят. Everyone, no one can hide.
Right to manage the soul, it's time to come a little bit late.